Массовые хищения на стройках Сочинской Олимпиады, в общем-то, ничем особым не выделяются на фоне других массовых хищений. Вот. Но то, что Олимпиада – это событие международного масштаба, заставило обратить на них внимание. В результате, наконец-то, взялись за большую группу казнокрадов. И, кстати, шума по этому поводу много еще и потому, что братья Билаловы и их двоюродные братья Магомедовы – основные финансисты нынешней болотной белоленточной оппозиции. И, соответственно, эта самая оппозиция шумит прежде всего из-за потери своей кормушки. Что же касается тех, кто требует международного бойкота из-за того, что мы не хотим позволять развращать наших детей, ну так это их личное несчастье. Тех, кто готов жертвовать своими собственными спортивными результатами ради своих собственных извращений. И я думаю, что совершенно не обязательно нам решать чужие проблемы, да еще и за свой счет. Пусть сами решают и сами мучаются, если не смогут решить.